Беспощадная жара снова охватила большую часть штата Аризона в США. Температура поднимается до 45 градусов Цельсия. В таких условиях жизнь бездомных превращается в сплошные муки. Несмотря на жару, им нужно искать себе пищу. Терри Прайс каждый день проходит 3 километра до центра города, а вечером возвращается. Раньше этот путь занимал немного времени, а теперь только в одну сторону идет весь день. По дороге постоянно ищет тень и отдыхает. Утром просыпаешься и спрашиваешь себя, что мне сегодня делать, а потом думаешь, слишком жарко, что же делать, но нужно искать еду. Жара заставляет бездомных мечтать о холодном душе. Некоторые пытаются зайти в чей-нибудь двор, чтобы облиться из шланга для полива газонов. Однако владельцам домов это не нравится. Это словно духовка включилась и не выключается. Постоянно жара. Хочется хоть немного облегчения. Организму очень тяжело. У меня сильно кружится голова и тяжело дышать. Кажется, вот-вот потеряю сознание. Тогда я просто иду в тень, чтобы охладиться, и обливаюсь теплой водой. Местные медики каждый день приезжают в парки, привозят бездомным воду и рассказывают о симптомах теплового удара. Мы видим, как люди сильно страдают от жары. И это начинается уже с утра, когда еще нет 45 градусов. Все это опасно. И хотя мы даем людям нужную информацию, но знаем, что будем терять их каждый год. Перегрев наступает так быстро, что человек даже не успевает ничего понять, а потом уже слишком поздно. В ближайшую неделю в большей части Аризоны температура будет выше 40 градусов. Потом жара немного спадет, но все равно будет сильной. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.